Это лайв, прямой эфир. Спасибо, что вы с нами. Владимир Путин посетит форум стратегических инициатив на ВДНХ. Об этом сообщили в Кремле. На площадке обсудят новые проекты в экономике и социальной жизни России, а также рассмотрят концепцию развития нашей страны на ближайшие 20 лет. Кроме того, президент поучаствует в заседании расширенного экспертного совета Агентства стратегических инициатив. На встрече затронут проблемы развития по трем направлениям. Это новый бизнес, молодые профессионалы и социальные проекты. Форум продлится 2 дня. За это время площадку планируют посетить 8,5 тысяч человек. Это чиновники, журналисты и ученые. На полях также представят стратегию национальной технологической инициативы. Так она называется. Проект предполагает создание новых рынков, и организаторы уверены, Россия может на них лидировать. Агентство создали по инициативе президента 5 лет назад. Среди основных задач – поддержка среднего бизнеса, улучшение делового климата и развитие молодых менеджеров. Новое поколение управленцев и ученых готовят с детства. У нас очень много проектов социальным блоком поддержаны в сфере дополнительного образования, развития и вовлечение детей в научно-техническое творчество и, естественно, научные, да, там, проекты. У нас запущены уже 3 кванториума в Татарстане, в Ханты-Мансийском автономном округе. В этом году мы планируем 10 таких площадок, 10 технопарков открыть.